Мы долго с Наденькой спорили, кто пойдет в этом очаровательном костюме. Победила дружба. Надя выбрала для себя сегодня комплект Джаника. Невероятно красивого бирюзово-зеленого цвета. Я выбираю себе деним. Надя, ты хороша. Спасибо. Я люблю цветы, Свет. Я люблю сочетание белых цветов и любого другого фона, особенно с голубыми нотками. По мне, так это очень нарядный принт. Если вы считаете так же, я уверена, что вы сейчас посмотрите презентацию, укрепитесь только в этом мнении, потому что здесь очень много женственных элементов. 3799 рублей. Я представляю. Это очень мало за костюм. Как да. Наде сейчас легко. Мы расскажем вам секреты современных материалов, особенно для самого жаркого времени в году. Но вначале мы должны выбрать с вами ваш цвет. Надежда выбирает бирюзу. К да. ее облику и цветотипу. У Нади теплый цветотип. Наденька у нас весна. И мне нравится, что именно оттенок бирюза подчеркивает ее яркость. А те женщины, которые выбирают для себя сегодня оттенки синего. Этот оттенок называется индиго, хотя, если быть точной, это деним джинса. Белоснежные цветы. Я выбираю сегодня для себя имитацию бжель. А вот сейчас, Надя, для тех, кто любит глубокие контрастные оттенки. Это брусника на фоне черного. Да. Вот моя мама выбрала бы этот цвет. Очень эффектный. Это тоже костюм за 3799 рублей. А теперь, внимание, у нас есть и классика жанра бело-серо-черный вариант. Да, бело-черный цвет, очень красивые нежные расцветки, такой жемчужный перелив. Милые женщины, я уверена, что сейчас многие подумали, что на Наденьке Исайкиной платье подумали. Да. Но это костюм. Значит, давай посчитаем, Надюш. Да. Мы пополняем свой гардероб. Смотри, блуза, да, юбка и платье. Да. Три. Это не три, у нас с блузой может быть еще миллион сочетаний с разными юбками. Я вообще говорю про базовые да. вещи, их три. Да, три вещи, это однозначно. Оплатите один раз 3799 рублей, разделите сами на три, у нас там получается совсем копейки. Нет, разделите на три, получается 1000 с копеечками. Так, три вещи, платье, блуза и юбка. Ну, а когда ты сказала, что в нем невероятно легко, я вот сейчас хочу к этому моменту вернуться, когда я надела его и иду такая по студии, и думаю, а что у меня прям такой воздухообмен? Ты его не чувствуешь? Да, и я решила присмотреться, дай-ка посмотри, что за материал, внимание на экраны. Давайте и мы с вами прикоснемся к этой воздушной красоте. Вы знаете, сегодня дизайнеры выбирают за основу легкие воздушные ткани, которые не дают мешковатости и грубости вашему ансамблю. Почему наши мужчины любят, когда на нас надеты легкие летящие платья, женщина становится романтичной. А сейчас представьте, это легкое облако, легкая дымка трикотажно-сетчатого вискозного полотна окутывает ваше тело. И, конечно же, ваше тело дышит. Но не переживайте, ткань не просвечивает, внутри у нас легкие подкладочные материалы. Да, первое, что хочется спросить, а не будет ли просвета? Нет, не будет. Но по мне, так, конечно, ткань очень удачно подобрана. Это невероятная легкость. Сам ветерок будет обнимать вас, ласкать и будет создавать хорошее настроение, потому что когда что-то трет, там что-то пережимает, какая-то недышащая ткань, мы даже можем быть очень раздражительными по этому поводу. Я предлагаю вам выбрать эффектный костюм за 3799 рублей, в котором вам будет еще и удобно. Посмотрите на Наталью, на заглядение просто. Красотка, невеста на выданье. Ну давайте сейчас посмотрим на Наташу. Действительно, Наташа, тебя комплект очень хорошо стройнит. У Наташи 54 размер, но визуально наша модница выглядит на 50-й, минус 2 размера. Да, 3799 рублей, но это две вещи, мы со Светой уже выяснили. Свет, давай поговорим про юбку, здесь столько ткани. С удовольствием. Ты знаешь, Надюш, я вывернула юбку на изнаночную сторону, чтобы продемонстрировать легкую подкладочную ткань. Действительно, никакого эффекта парникового не будет. В таком костюме наши педагоги могут смело идти на выпускной. То, что касается посадки. Здесь продуманы не только эффект многоярусной юбки, но еще и эластичная лента. Даже если у вас есть какие-то секреты фигуры, эластичная лента сможет подстроиться под любые параметры. То, что здесь подкладочная ткань позволяет не просвечивать вашему телу. Легкое, вискозное, сетчатое полотно. Юбка в пол. Кстати, юбка Макси очень любима женщинами. Она моделирует ножки. Юбка Макси, Света, даже мужчинами любима, потому что так мы создаем интригу. Мужчинам интересно узнать, а какие у нас ножки.
девушки, и они с удовольствием последуют за такой женщиной. Она создает ощущение романтичного стиля и очень женственности. Такую женщину хочется опекать, дарить цветы и всячески ей помогать. Баловать. А сейчас я бы хотела обратить ваше внимание на блузон. В комплекте Джаника участвуют две ткани. Это уже вискозное масло. Посмотрите, невероятно одинаковый принт. Но если на юбке мы видели с вами сетчатое вискозное полотно, здесь вискозное масло с эффектом прохлады. Представьте себе, насколько дизайнеры Prestige Style выбрали материалы и попросили текстильные фабрики специально для этой коллекции прокрасить материалы различные по текстуре. Я смотрю сейчас на блузу и вижу идеальные плечи. Здесь есть ваши скульпторы. Вот почему Надюше я посоветовала выбрать этот комплект. У Нади прекрасные формы, женственная, красивая, изящная фигура. У многих женщин, у кого тип фигуры груша, изящная талия и красивые покатые бедра. Но при такой фигуре у нас плечики немножко опущены. А у Нади мы видим сейчас идеальная осанка, идеальная зона бюста. За счет подплечников Надюша моделирует свою фигуру. Согласна. Плечи приобретают более подтянутый вид, компактный. У нас получается гармония между соотношением плечи, бедра и талия. У нас осталось очень мало в 64-м свет размере этого костюма, несмотря на разные расцветки. Вот 64-й очень быстро заканчивается. Комплект Джаника, запишите. Номер лота запишите. Кстати, очень удобный 002-404-100. И звоните уже 88. Я хочу как стилист Надюше напомнить, что наши комплекты мы можем носить как имитацию платья, так и раздробить комплект. Юбку мы можем носить с яркой белой блузой, которая была в начале нашей программы. Аннелиса. Ну и, конечно же, милые женщины, блузу вы можете носить с любой базовой юбкой-карандаш или брюками Кейптаун и при этом выглядеть женственно и постройневшими.